Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш чип и дуванчик. Я запрограммировал фокусное расстояние 100 мм и диапазон диафрагм от 2,8 до 45. Почему до 45? Вы узнаете из таблицы поправок. Вкратце я скажу, что камера Nikon не отрабатывает правильно диафрагмы на советских объективах через одуванчик. Вот, сейчас я это все упакую. Я прикреплю к вашему одуванчику двухсторонний скотч в нужных местах. Для начала вы наклеите одуванчик на скотч, а потом уже, когда безошибочно увидите, что он наклеен правильно и имеет контакт с камерой, то вы всегда сможете его наклеить на постоянной основе. Спасибо за внимание.